Дети азербайджанских шахидов смогут бесплатно учиться в Турции. Желающие получить грант на обучение в учебных заведениях Турции могут обратиться с заявкой до 20 февраля этого года. Турция выделит гранты на обучение детям азербайджанских шахидов, сказал глава управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Турции Абдуллах Эрен. По словам Эрена, Турция поддержит братский Азербайджан в вопросе образования, как и во всем остальном. Он напомнил, что национальный герой Азербайджана, генерал-майор Палат Гашимов, также был выпускником турецкого вуза. Заявки на получение гранта принимаются до 20 февраля 2021 года на официальном сайте стипендии Турции «Türkiye Bursları». Отметим, что согласно последним официальным данным, во время Второй Карабахской войны погибли 2858 военнослужащих. Личность некоторых из них установлена вследствие судебно-генетической экспертизы. Государственные организации, такие как Фонд Яшат, Министерство труда и социальной защиты населения, Государственная страховая коммерческая компания оказывают материальную поддержку участникам войны и семьям шахидов. В частности, финансируются все расходы на содержание семей погибших военнослужащих. Также инвалиды и семьи шахидов обеспечиваются жильем.